вечер. В эфире программа «После новостей». Сегодня будем говорить о женщинах в политике. У нас в гостях Елена Семерякова, председатель Всероссийской политической партии «Женский диалог» и председатель регионального отделения Елена Грищенкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Между двумя Еленами можно загадывать желание. Сбудется. «Женский диалог». Почему такое название? И почему мы раньше не слышали о вашей партии? Ну, во-первых, политическая партия «Женский диалог», она сформирована на базе общероссийской общественной организации с таким же названием «Женский диалог», которая вошла в состав общественной палаты Российской Федерации первого созыва в списке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы проделали огромный путь. И, в общем-то, когда в силу вступил закон по упрощенной системе формирования политических партий в нашей стране, мы воспользовались этим правом, и общероссийская общественная организация «Женский диалог» трансформировалась в политическую партию с таким же названием «Женский диалог». А с кем вы планируете его выстраивать? «Женский диалог» мы выстраиваем, прежде всего, со всем миром. Здесь нет никакой конкуренции с мужчинами, если такой вопрос возникает. А мы, ну, равноправные члены, и у нас нет никакого соперничества, мы идем партнерами. И у нас же ключевой диалог, а женский – это все, что связано с жизнью на земле, это женщина, это мать. А у нас в Красноярске, где базируется эта партия, потому что мы тоже о ней ничего не знаем. Да, у нас мы вот открылись не так давно, именно начали работу. Mm-hmm. Открылись мы с 2013 года, но активно работали только с людьми, с населенными пунктами. Вот. И заявляем о себе именно сейчас, перед выборами, базируемся мы на улице Живописная, 8, корпус 3. Вот. А мужчин туда принимают? Да, мужчин мы принимаем, у нас уже есть мужчины. Женский диалог, это не означает, что принимают только женщины. У нас даже на выборах будут мужчины. А вы вообще считаете, как нужно ли женщине идти в политику? Это от безысходности? Или такая инициатива, потому что много энергии, много идей, с которыми, может быть, не справляются мужчины уже? Недостаточно востребован потенциал в нашей стране, женский потенциал. И вот буквально недавно была прямая линия президента Российской Федерации. И вы, если наблюдали и следили за этой прямой линией, помните, маленькая девочка спросила у нашего президента, а может ли в нашей стране быть президентом женщина? Поскольку мы уже наблюдаем сейчас за выборами в Соединенных Штатах Америки, мы видим, что впервые в истории этой страны идет на выборы главы государства женщина. И не только в этой стране, но, в общем-то, тенденции по всему миру. Женщины занимают лидирующие позиции. Есть в Германии партии, которые возглавляют левого толка женщины. Есть в Сербии, есть в Афганистане, по нашему опыту, вот они сотрудничают с женщинами, 40% парламента там, хотя это мусульманская патриархальная страна, там женщины, и они учатся на опыте нашей партии, они хотят создать такую же партию, женский диалог. И на что, вот я к вопросу девочки, может ли быть женщина в России президентом страны, Владимир Владимирович сказал, что в эти кризисные времена никто так не справится с этими проблемами нашей страны, как женщина. Поэтому он возлагает огромные надежды на потенциал женщины. И вы видите, какая идет у нас вот новый глава ЦИКа сейчас, женщина Памфилова. Дальше у нас по правам человека тоже женщина. Ну, Валентина Ивановна Матвиенко, блестящий политик и блестяще справляется со своими обязанностями, возглавляя Верхнюю палату нашего парламента. Хватит ли у вашей молодой, в общем-то, партии сил, опыта противостоять партиям с более лично мое мнение, что на данный момент все партии равны. Потому что, как бы то ни было, есть во всех партиях разногласия и в «Единой России», и в «Справедливости». Ну, у каждого, не будем перечислять партии, у каждой есть свои проблемы и свои задачи, которые они ставят перед собой, и мы ставим задачи. Поэтому, я думаю, мы к ним придем, и вот, на мой взгляд, что касается женщин, да, Ольга, кроме вот образования, здравоохранения, кто лучше, чем женщина, с этим справится? Мужчины не понимают, что нужно делать. Кто воспитывает детей? Ну, вот в образовании, кстати, многие же жалуются, что не
хватает мужской руки? В школах очень мало преподавателей мужчин. Нет, преподавателей мужчин, может, я с вами соглашусь, но вот именно проблемы в школах с детьми, с, вот, с девочками, которые, у которых институт семьи в принципе нет. С этого. И вот там много проблем, их можно долго перечислять. Мне кажется, кроме женщины, никто в этой ситуации не справится. Поэтому мы считаем, что нашего потенциала и нашей команды, которая у нас сформировалась, я говорю за Красноярский край, я думаю, что мы будем бороться до последнего. И у нас будет... Хорошо, тогда расскажите, кто же в вашей команде? Кто в команде? Мы некую паузу сделаем. Я думаю, что с середины мая все узнают, потому что мы сейчас как бы как раз вот список сформировался уже, но мы по районам сейчас распределяем. Поэтому мы сейчас не будем озвучивать эти имена. Эти имена достаточно известные в городе. Женщины молодые, активные и в большей степени многодетные. У каждой из них практически по трое детей, ну, больше даже. Вот поэтому они знают проблемы все эти, они знают, с чем они туда идут. Я думаю, что у них есть все шансы, я верю в них. Знаю, что вы многодетная мама, и кроме того, вот хочу сказать нашим зрителям, наша гостья сегодняшняя Елена Семерякова, 20 лет служила в системе ГРУ. А можно какие-то узнать подробности? Главное разведывательное управление, ну, совсем не вяжется с... Ну, вы знаете, да, то, что вот три сына мои родились, один в Узбекистане, один родился в Белоруссии, и другой родился, ну, скажем так, это у нас Азербайджан был. Ну, в общем-то, как раз мы помним этот конфликт, из-за которого... Карабах. Да, из-за которого развалился, в общем-то, межнациональный, межконфессиональный, территориальный, из-за которого развалилась наша вы большая страна. Вы прямо участвовали в боевых действиях? Да, да, да. А в каком вы звании? Да. Ну, можно я не буду говорить? Это секретная информация, это секретная информация, да. У меня три сына офицеры, у меня муж офицер, у меня мои родители офицеры, которые защищали нашу страну. И мама, и папа, одни из первых, вошли в павший Рейхстаг. Мама разведчица, да. И, в общем-то, наверное, я ее путь тоже повторила, но уже, казалось бы, в мирное время, но оно, к сожалению, очень сложное время. Елена, ну и вы о себе, конечно, расскажите. Мы тоже должны знать нашего местного лидера. Я Оле представлю Елену? Я немножечко так представлю, а потом она о себе расскажет. Ну, во-первых, это молодая, очень целеустремленная женщина. Она воспитывалась в детском доме. И посмотрите, успешная, красивая, сильная. И она знает, что ей нужно в жизни, и она добьется. Вот, вот все цели, которые она поставила, она обязательно добьется. Мы с ней очень много разговаривали. Она настолько влюблена в Красноярский край, она с такой любовью и с такой нежностью говорит о Красноярском крае. И вы знаете, много здесь проблем. Конечно, нужно заниматься молодежью. Заканчивают вузы, работ нет. Уезжают в ту же нашу Москву, в столицы, в столичные города, в Санкт-Петербург. Заниматься нужно молодежью. Заниматься нужно беспризорными детьми. Этот факт тоже существует. Но Елена вот добилась, понимаете, она молодая мама. Потрясающе. Она не остановится на одном ребенке, у нее будут еще дети. И ей не мешает. Она постоянно самообразовывается, она учится. А кто по профессии, Лена? Ну, у меня первое образование менеджмент организации с уклоном на антикризисное управление, а второе юриспруденция. Вот сейчас поступила в магистратуру социальная политика. Вот. Когда вы все успеваете? Ну, я думаю, одно другому просто не мешает. Кстати, продолжая тему ГРУ, это вы в разведку приехали? Вы у нас первый раз? Я в Красноярске первый раз, но я хочу сказать, что 30 или 25 лет назад, не могу там точно вспомнить, я была в очень серьезной такой катастрофе. Ну, в общем-то, я была на грани жизни и смерти. Я была инвалидом, колясочником. И спасли мне жизнь красноярские врачи. Так здесь вторая родина. Да, я просто, наверное, эти доктора меня сегодня смотрят. И низкий поклон им, их родителям и вашей земле. Про политические взгляды. Насколько я понимаю, вы поддерживаете линию президента Владимира Путина. Да. И чем вы тогда отличаетесь от «Единой России», от партии власти?
тем, что мы женщины, как минимум, мы с другим идем совершенно настроем. Мы идем решать проблемы, а не просто о них говорить. Вот и все. Вот этим мы отличаемся. Вы посмотрите, уже говорят, что в нашей стране должно быть создано министерство говорильни. Я вам серьезно говорю. Это... То есть вы так за президента, а сами сидите и критикуете? Нет, я вот президента, я его не критикую. Вы не, Ольга, тут я президент Единой говорю, России, про, я говорю про министерство, говорильни. Потому что у нас только все говорится, но ничего не исполняется. И поэтому каждый чиновник должен нести персональную ответственность. Нет, вот... что касается указов, извиняюсь, Елена Геннадьевна, что касается указов президента, я готова отдельно этой теме посвятить, потому что вот взять прям все указы президента, перечислить их и равнозначно сопоставить, что у нас сделалось в Красноярском крае. И я обосную, что сделалось, что не сделалось и по какой причине. Если как бы это... Боюсь, что не хватит у нас эфирного времени. Да, этого о том, эфирно... что не сделано, мы говорим ежедневно. Да, поэтому... Нет, ну а почему это не сделано? Вот это вопрос. Это был указ, это партия лидеров. Они многие сейчас повторно идут на ЗАГС собрание, да, на Госдуму. Mm-hmm. Начнем с того, пусть они сначала отчитаются, что они обещали и что они сделали, а потом уже будем конкурировать. А как вы оцениваете свои шансы? Проводили какой-то анализ уже расстановки сил? Вот вы пока своих кандидатов немножко скрываете, держите интригу, а других вы уже видите. Вы считаете, что это вот такая выигрышная стратегия? Нет, не то чтобы мы не особо скрываем, кто-то уже о них знает. Вот. Не то чтобы это выигрышная стратегия, это наша стратегия. Мы ее выбрали, и мы ей следуем просто-напросто. Единственная у меня просьба к жителям города, к жителям края, кто вас смотрит, придите просто на выборы. И вы проголосуйте, неважно за какую партию, за кого, просто придите. Вот. Мы не пропагандируем, что вы идите только за нас, и мы самые лучшие. Нет, но мы постараемся приложить максимально усилий, чтобы исполнить то, что мы пообещаем. Вот и все. Ну что же, насколько у нас сильна женская солидарность в России, посмотрим уже предстоящей осенью. Вам успешной предвыборной кампании. Спасибо за то, что пришли в эфир и ответили на наши вопросы. Я напомню. Здравствуйте, это пресс-центр Сибновости.ру. Сегодня мы проводим пресс-конференцию Всероссийской общероссийской общественной организации «Женский диалог». Значит, создали мы эту политическую, вернее, общественную организацию в 2003 году. Почему? Это вот как раз у нас начались межнациональные конфликты на Северном Кавказе. И, в общем-то, мы понимали, и после вот этих трагических событий в Беслане, мы понимали, что, наверное, путь к миру не только в нашей стране, а вообще в стране, он исторический, он по природе своей лежит только, наверное, через женщину. И общероссийская общественная организация «Женский диалог» вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации первого созыва. Это было очень сложно на тот период времени, потому что, понимаете, что первый состав – это была вся российская элита, это все представители гражданского общества во всех... Матери, наверное, это мое убеждение, что у матери нет национальности. И мы должны сберечь, сохранить своих детей. Наш лозунг, и этот лозунг родился именно там, когда мы стояли со всех регионов, женщин абсолютно не имеющие никакого отношения к войне, но также погибали их дети, потому что они служили в российской армии. И, в общем-то, этот конфликт, эта война, она была, задела, наверное, практически каждую семью. И вот мы взялись за руки чеченки, ингушки, дагестанки, а красноярских не было женщин, новосибирские были женщины, якутки, калмычки, вот за руки взялись. Одна сказала: сохраним себя, другая сказала: сбережем семью, и третья сказала: возродим Россию. Вы знаете, эти слова шли от сердца. И когда мы зарегистрировали политическую партию, создать политическую партию очень сложно. Это не общественная организация, сразу говорю, потому что очень сжатые сроки, и нужно зарегистрировать практически все регионы нашей страны. Это огромный-огромный труд. Но мы понимали, что нам это нужно, что мы должны идти во власть. Если вы внимательно следили за выступлением нашего президента,
на прямой линии. Помните, маленькая девочка ему задала вопрос: а могла бы быть женщина президентом в нашей стране? На что он ответил, что огромную долю ответственности он все-таки возлагает на женщину. И сегодня, в кризисные времена, только как справится женщина со всеми этими проблемами, вопросами в нашей стране, в условиях санкций, не справится никто. Понимаете? И это уже говорит обо всем. Он делает большие-большие ставки сегодня на женщину. Вы посмотрите, у нас прекрасная женщина Валентина Ивановна Матвиенко. У нас прекрасная Татьяна Голикова. И у нас Эльвира Набиуллина. И еще сейчас у нас Панфилова, да, Центральную избирательную комиссию возглавила. По правам человека тоже. Вот поэтому женщины потихонечку идут во власть. И мы что хотим? Конечно, наша задача избавляться от безответственных, конечно, чиновников. От персональную ответственность должен сегодня нести каждый, кто хотя бы где-то и на муниципальном уровне, или он где-то на региональном уровне, в администрации там любого главы республики, региона. Персональную ответственность. Только тогда мы добьемся и роста экономического, и социально-политического. И вы знаете, потому что, ну, говорю все сердцем. И поэтому политическая партия, женский диалог – это заявка на победу. Когда только мы получили, опять же, в Минюсте регистрационные документы уже партии, и мне также министр уже настоящий, действующий, он мне сказал, что это будет очень сильная и влиятельная партия. У меня нет никаких сомнений. И вот, в общем-то, мы молодые, мы еще только поднимаем голову, но когда мы встанем на ноги, то весь мир о нас узнает. Помимо того, что мы огромную работу ведем в России, я вхожу в совет при председателе Государственной Думы непарламентских партий. Нас совершенно там, ну, партий 10, наверное, при Нарышкине. И мы, в общем-то, выступаем с инициативами по принятию того или иного закона. Огромную работу мы ведем на международной арене. Огромную, колоссальную работу. Ведем работу с политическими партиями, в том числе Бундестага. Там есть левая партия, возглавляет ее Сара, забыла фамилию, но мы подписали соглашение. Дальше сейчас в Сербии возглавила тоже многодетная мать. У нас с ней общее сходство, по 3 сына мы с ней имеем. Тоже у нас подписано соглашение о сотрудничестве. С Исламской Республикой Афганистан, там 40% в парламенте женщин. И они мне написали на английском языке, все пишут: спасибо России, что есть такая партия «Женский диалог». Мы тоже хотим иметь в своей стране такую же партию, мы не хотим войны там, ну, мы сами понимаем, что такое Афганистан и что такое Афганистан для нас, для нашей страны. Мы понимаем, что это и наркотрафик, что это безопасность нашей страны. И, конечно, со всеми здравыми силами сегодня мы должны сотрудничать. Но самое главное, я хочу сказать, что огромные и очень хорошие отношения у нас с Украиной. Вот именно через женский диалог. Значит, все женские общественные движения... Дальше есть там такая госпожа Довженко Валентина Ивановна, это бывший министр труда и соцзащиты. Она была 4 созыва там министром. Ее женщины представлены в Верховной Раде, и они с нами ведут диалог и говорят, что, ну, наверное, только мы сможем вот именно как-то выстроить наши отношения. Да. Потому что агрессия, там идет накал такой страстей, идет воспитание молодежи. А кто, как не женщина, вот может в умы и в сердца вложить вот эту, ну, истину, вот это тепло, любовь. И сейчас я вам еще хочу сказать, что есть такая комиссия при президенте по правам человека, Федотов ее возглавляет, он обратился к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину с такой инициативой, что при Минской контактной группе должно быть вот наподобие женского диалога что-то. Женсовета. Да, 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 да. И вы знаете, со мной ведут уже переговоры. Поэтому я просто уверена, что...
конечно, сегодня, имею тоже отношение к «Единой России», потому что я это не скрываю. Когда создавалась «Единая Россия», я была ближайшим советником, помощником Бориса Вячеславовича Горстова. Вот. Я видела, как строится партия, я, может быть, некий такой опыт имела в то время. Ну, что-то, может быть, мне не хватало. Но не хватало, понимаете, не совсем у нас правильно востребованы, и женский потенциал, он практически не востребован. Это неправильно, совершенно неправильно. И поэтому мне тоже говорили, вот петербургский диалог. Почему женский диалог? Ну, потому что это диалог с миром. Это диалог с цивилизацией. И ни в коем случае мы не соперничаем с мужчинами, мы равные партнеры. И если хотят мужчины быть в нашей партии, потому что это диалог, и мы нацелены получить результат своей работы, без вас, дорогие мужчины, мы не получим этого результата. И когда в наших залах бывают на съездах больше половины мужчин, я считаю, что партия состоялась. Если нашим мужчинам это интересно, то значит у партии будет будущее. Больше, более того, нашу партию обращалось официальное письмо, мне приходило от ЛГБТ-сообщества. Очень-очень прощупывали, писали официальное мне письмо, что они бы хотели вступить в нашу партию. Вот, на что я долго думала, потому что ничьих прав, свобод мы не ущемляем, ради бога. Все имеют право заниматься тем, ну, чтобы только это шло во благо нашей страны. Но популяризация однополых браков, я считаю, что это, ну, это против природы человеческой, и это проблема. А вот Украина уже с этой проблемой столкнулась. Женщины мне написали письмо, мы в газете «Известия» об этом писали, вот, что в Украине, значит, приняли они этот закон уже, правительство его подписало по легализации однополых браков с усыновлением детей. Вот. И, конечно, это тоже традиционно в Украине, традиционные семьи. И, конечно, это против их естественного такого развития, и они просят нашей поддержки. Но мы говорим, это ваш выбор, путь вашей страны, но в России этого быть не должно и не будет никогда. У нас многонациональная, многоконфессиональная страна, и поэтому мы все-таки будем отстаивать традиционные ценности. Вопрос этот стал. Никто никогда не думал, что этот вопрос будет вообще подниматься, но этот вопрос поднимается. И это опять говорит о том, что, ну, любые есть методы уничтожения человечества, есть военные методы, но это тоже один из методов. Вот. Естественно, мы за большие семьи выступаем, за многодетных матерей, чтобы наши мамочки рожали. Ну, суррогатное материнство тоже мне вопросы задают об этом. Но это, знаете, конечно, это есть выход из положения, потому что многие семьи не могут иметь детей. И такие семьи, конечно, заслуживают права быть счастливыми. Но когда это становится модой, когда наши женщины забывают свои природные вот функции, то это не совсем правильно, и мы против этого. Ну и что мне еще хочется сказать? Вот сегодня у нас на политическом олимпе «Единая Россия». Мы многие законопроекты поддерживали «Единой России», в Государственной Думе в том числе. Будем поддерживать. Я вижу, какое там идет смена огромная, обновление партии. Очень много молодежи, которые совершенно с иными подходами, вот именно в духе нашего времени. А что мне хочется сказать про коммунистов, но все-таки это партия вчерашнего дня, и когда-то она рано или поздно, она все-таки уйдет с политического олимпа. Все равно будут появляться новые политические силы. ЛДПР, много раз мы с ним дискутировали, я вам могу даже привести примеры, на какую тему. Нас, в общем, мы хотели даже с ним в ринге поучаствовать, барьеру, на что мне сказали, что не делайте этого, будут копаться, и что-то он найдет. Ну, знаете, Владимир Вольфович, хоть он и попросил у нас у всех прощения в 70-летие, но все-таки такой вот он резкий товарищ. А на какую тему мы с ним дискутировали? Помните, ЛДПР заявляла, выполнили, опять не выполнили.
Значит, приезжают ко мне журналисты с Life News, он опять там что-то прокомментирует, высказывания Владимира Вольфовича по поводу молодых карликовых партий. Вот. И я сказала, что, ну, конечно, время приходит, карликовые партии будут крепнуть. Расти. Расти. Я говорю, мы новорождены. Вы сказали в 2012 году. Нет, мы в 2013, мы перед Новым годом прямо зарегистрировались. Угу. Мы совсем маленькие. Мы еще новорождены. Мы только начинаем держать голову. Но только как мы встанем на наши ножки, они у нас окрепнут, это будет партия, на что мне сказал господин Володин, альтернатива «Единой России». Это будет так. Пусть она женский диалог, но это диалог с миром. И нормальные мужчины, они просто побегут в нашу партию. Не ЛГБТ там сообщество, а нормальные мужчины, они побегут на перегонки в эту партию. А чтобы мы получили результат своей работы, конечно, нам нужны мужчины сильные, крепкие плечи, как, например, Рамзан Кадыров. Одна из первых, я тоже высказалась по поводу вашего депутата Сенченко, да. Значит, как только я прочитала его вот это заявление, достаточно резкое, я о Чечне знаю очень много, я там часто бываю. Я тут же дала интервью в газету «Известия», это изданию «Прав дела». В общем-то, ну можно... Мы предоставим вот очаровательной Елене слово, да? Елена Анатольевна, спасибо. Что из себя представляет наше региональное отделение? Что касается нашего регионального отделения, ну, все тонкости я вам не могу сказать. Всю команду я вам тоже озвучивать не буду, потому что будем, как и все партии, тянуть до последнего. Ну, одно хочу сказать. Вот у нас есть на одной из листовок такой лозунг. Елена Геннадьевна очень любит, говорит, временно припарковался, повышай демографию, вступай в партию. Вот что касается нашей партии, у нас практически половина состава, если брать женское поколение, то все многодетные матери, которые не безразлична судьба их детей в нашем Красноярском крае. Вот, развитие, я думаю, мы сейчас не будем, мы пойдем, я вас хотела поправить, мы пойдем на ЗАГС собрание только по спискам и по одномандатным округам. Что касается Госдумы, мы еще маленько... Ну, мы пока, да, мы головку еще пока. Ну, посмотрим, через Общероссийский народный фронт мы активно сотрудничаем. Ну, мы будем активно работать, поднимать все социальные вопросы, это вопросы образования, вопросы здравоохранения. Сейчас прорабатываем очень активно программу «Центр социальной адаптации детей-сирот», потому что я могу предисловие сказать, я сама 11 лет проучилась в детском доме, и я знаю проблемы изнутри, поэтому мы однозначно будем, все, что касается детей, мы будем активно это работать. Почему, многие задают, почему вы собрались идти во власть? Потому что нас власть не слышит. У нас есть много проектов, хороших проектов, на которых даже требуется не особо большое финансирование. Ну, чтобы дать, я опять же повторюсь, сильные. Многодетные женщины. И есть мужчины. Но пока я озвучивать всех не могу. То есть кандидаты. Среди кандидатов есть и женщины, и мужчины. Но женщин больше. Однозначно. Мы потому что женский диалог. Ну, вот лично я бы хотела в своем регионе видеть сильных, умных женщин. Вот основные лозунги предвыборной кампании. Это пока я вам тоже не буду говорить. Мы все держим пока в тайне, мы готовимся к этому. Я думаю, в ближайшее время... Когда вы выйдете в народ? Мы выйдем... с народом мы уже работаем. Нет, я понимаю, когда вы, в общем, будете уже говорить о своей... Я думаю, что начало... Они платформе... А вы увидите, они будут висеть, да. Все эти лозунги. Мы будем с баннерами. То есть пока еще только мы пока объявляем, что мы начали работу активно. Мы работаем уже давно, но вот сейчас мы уже начинаем предвыборную кампанию. Свою потихонечку, но с целями и задачами. Я думаю, что мы с ними справимся. Уважаемые коллеги, ваши вопросы? Коллег. Там микрофончик лежит. Здравствуйте, news.lab.ru, Александра Федорова. Я все-таки вот по выборам, они уже вот совсем скоро, вы уже сказали про поддержку мужчин, партий. А все-таки, если можно так сказать, какая ваша аудитория, какой он избиратель, кого вы больше ожидаете, какой поддержки, от женщин или все-таки от мужчин?
Я думаю, лучше, кто нас поддержит, это наш президент. Так что мы... Нет, ну я предполагаю, все-таки у нас больше женщины должны поддержать, потому что они матери, они будущее нашего Красноярского края, то есть их дети. Поэтому надо идти, я думаю, что у нас женщины и молодежь. Но они же более активные женщины, да? Кто у нас голосует? У нас идет, ну, всегда женщина. Мужчина может как-то, да, колеблется, я не верю в эти выборы, это как бывает. А женщина подтолкнет его. Женщина должна поддержать, да, женщину. Да, она поддержит. Нет, нам, и свою честно, семью подтолкнет. Единственное, что я хочу и буду призывать к тому, неважно за кого, кто будет голосовать. Придите и исполните свой гражданский долг. Потому что если будет низкая явка, понятно, какие будут результаты. Придите, просто проголосуйте. Неважно, за нас, за другую партию, кто вам будет ближе. Вот и все. У меня как бы единственное, что я вот хотела бы в этой ситуации дополнить. Главное успеть собрать подписи. Ведь времени так подписи собираются осталось. За месяц до выборов. Поэтому сейчас их нет смысла собирать. Нет, это будет... Мне остается только поблагодарить наших прекрасных дам, собеседниц. Вообще, Елене Геннадьевне, спасибо огромное за ее рассказ. Все было так интересно, безусловно. Ну, вот. Вам удачи. Спасибо. Удачи в выборах. Спасибо. Удачи в политической деятельности, удачи в общественной деятельности. Удачи во всем. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Пресс-центр Сибновости.ру. Здравствуйте, в эфире программа «О чем вы думаете?» и моя сегодня... На улицу не заберут их квартиры под всеми правдами и неправдами, понимаете? А дети, у нас опять же нет института семьи, это огромная проблема. То есть никто ни за что не отвечает. Удобно иметь гражданский брак, который ни к чему не обязывает. Люди молодые встретились, ну, родился там ребенок, ну и что? А кто его будет воспитывать? Как кто-нибудь будет нести ответственность? Ответственность за детей должны нести как отец, так и мать. Никто не дал такого права, причем равную ответственность. Ну вот вы не раз говорили о том, что надо опираться в первую очередь на семью. А какой, на ваш взгляд, должна быть семья? Вот что должно составлять? Уверена и убеждена, что... президентом Российской Федерации может стать женщина. Ваша мечта? Да. Спасибо большое.